Возможно, дает добро. Поехали. Значит, фотография сделана была вчера 8-го. Вот эта фотография делал с экрана. Это я делал 9-го. Пропустить это я не мог. Это подарок садоводам. То есть праздничные дни. Учат садоводов убивать деревья. Вот я долго усадьбу сильно не трогал. Вот я сейчас буду противопоставлять вот эту даму с этой дамой. Ой, боженьки мой, зачем мы дожили? Вот, на всю страну. Пока был телеканал «Бобер», и там так называемые феи, они сняли десяток сюжетов, которые были настолько невообразимы, это было настолько дико, невежественно и в какой-то больной голове создано, что когда я начал громко критиковать, и все это собрал и выслал Путину, извините, уже получается настучал, вот, от злобы буквально. И мне нельзя, уже считали злым, бояться начали. И вдруг они пропали. А телеканал «Усадьба», которая стала на их место, вот, она довольна это. Тут можно было бы как-то смириться с этим делом. Вот. Они более безобидны. Здесь много такого, что она пользы ноль, но и вреда немного. Вот. Но были страшные вещи, но я про них уже рассказывал. Потом меня уже зло взяло, когда показывают иностранный, то есть снятый фильм там где-то на Западе, вот, с переводом. А там раскатывают тесто и учат делать какие-то, что-то вроде наших пельменей. И занимая золотое время, совершенно золотое. Как, ну, это же не вред, то есть пользы ноль, но вред. А потом время тренинга такие вещи появляются. Я быстро хватаю этот фотоаппарат и сфотографирую. Вот, сейчас я еще раз говорю, я буду противопоставлять любительское садоводство и вот это, которое считается профессиональным, классическим. Итак, сегодня только один пример, потому что потом мы будем... Да это уже учеба, вот все, ребята, учеба началась, вас пока мало, ничего, в записи увидят еще сотни. И вот человек с экрана говорит... Ну, уже можно было бы студента, если бы они учились по моим программам, мной придумал, уже можно было бы ставить двойку или пятерку. И вот начало было такое, мне был бальзам на душу, как будто это ценнейшим этим мне раны замазывали. Итак, она замазывает рану. Вы представляете, чем? Лекарство, как назовем это, основано, это и есть живица. Впервые, а я еще ниже покажу, живицу, кометь, до сих пор, живица, слово жизнь, до сих пор считает болезнью и предлагает нам уничтожать ее, естественно, вместе с деревом, потому что, ну, сами понимаете, вот болит голова, отрубим, все, никакой головной боли. И здесь то же самое, вот тот же принцип. И вдруг она живица замазывает, все, думаю... Наконец-то перестройка случилась. Впервые за столько времени я увидел полезный прием. Ну, потом она его взяла. Сказала, ну мы еще не только живицы можем. На этом счастье мое кончилось. Вот. Я живой человек, я живу этим. Вот. Обмотала пленка, обмотала тканью, обмотала все это и прощай это. Вместе с раной, вы понимаете? И давай, пускай теперь дерево гниет на здоровье. Это ничего. Но когда было начало, что она живица замазала, а потом все-таки решила его сгнить, вот, я понял, что я не могу не показать. Я гражданин России. Я научу не миллионы. Миллионы научит уже, надеюсь, другая дама, сейчас покажу. Но я еще не все сказал. Ребята, что такое учебное кино? И для чего нужен мой вебинар? А вот для чего. Сейчас смотрите. Что здесь мы видим? Во-первых, мы видим
Обычное, как принято, дерево без веток до 1,5 метра, так? Вот. Совершеннейшая дикость, совершеннейшая. Потому что туда, наверх, надо соку добираться еще, добираться, добираться, добираться. Чтобы ему было труднее, надо еще побелить было. Это тоже минус огромный, огромный. Тут еще плохо видно раны, они есть. Не может дерево вот так вот вытягиваться. Это ведь не жираф. Это дерево, которое должно было распускать ветки, ну, сантиметров 20-30. Вот. Побелить успели или покрасить. Величайшая глупость. Потом еще что? Следующий. Еще не все, еще два пальца загнул. Смотрите. Она посадила фактически в ту же самую яму для полива. То есть ямы для полива нет. Место вроде бы ровное. Следите, зачем, откуда рана появилась. Место вроде бы ровное, да? А теперь представьте зиму. Представили? Здесь-то будет как раз-то самая настоящая лужа. Раз снег, потом все это будет гнить. А потом, внимание! Знаете, что она сказала? Она сказала, мыши погрызли. Но откуда я знать, что мыши такие деревья не грызут? Мыши грызут молочные, назовем их молочными. Назовем деревья, которые дети. Вот, у них очень тонкая, нежная, вкусная кора. Эту кору жрать не будут, да еще побелено. Жрать они не будут. Она совершила ошибку. Она сказала, что могут быть они... Ну, просто, ну, откуда я знать? Ну, вот, ну, обидно другое, что их показывают по центральному телевидению, и эта ошибка это, проходит или незамеченная, или приносит огромный вред. Начала за здравие, сейчас замажем живицей, замазала. Потом уничтожила, потом давай гноить. Но в это место самое опасное для дерева. И эта рана появилась не от мышей. Спросите у любой мыши, у кого они живут. Вот. Она скажет, в жизни не стану жрать вот это вот. Я что, дура, что ли? Травиться вот этой вот, этой самой. Это даже не побелка, сейчас же деревья не белят, а деревья красят. И она из спутом. Теперь, откуда взялась эта рана? Вот если бы ты сказала, подошла и сказала, вы видите, господа, это вот эта дама, нет, потом ниже, скажет так, вы видите, господа, что творится? Вы видите, что здесь получилось невольное углубление, невольное, что здесь, когда стояла вода вот на этом уровне, в то время, когда ранней весной замерзшая почва, здесь стоит буквально лужа, а и нельзя не быть буквально лужа. Специально сделали, сэкономили место или как. И в этом месте начала разрушаться не мыши, а начала разрушаться кора. Вот она, разрушенная кора. Вот она. Вот. Не заметить этого. Это какой уровень? Ведь людей выпускают на миллионы просмотров. Вы что, совсем уже чуть грубое слово не сказал. Видели, сколько всего наболело и на это? Ну, разве можно так? И в конечном итоге, не зная причину, пытаясь залечить за здравие, закончила за упокой, вот, давай гноить. И этого она не знает. Вот там рана, пусть ее даже она живицей замазала, потом, правда, она замазала кое-чем другим, похуже, но она обрекла дерево на полное гниение. Что ж там будет? Там же, ну вы возьми, вот один разочек бы кто-то взял бы, вот руку бы так забинтовал, да? Ну, представь себе, прыщик вскочил, а может быть серьезная рана. Ну, например, такой гнойник уже серьезный. И она взяла бы, даже живицу замазала, потом бы замотала бы на день, на два, на неделю, а через месяц руку бы отпилили. И это дерево обречено. Вот так вот, милая. Вот. И я почему этот пример? У меня его как будто специально, здесь 9 числа, вы видите, мне специально, а вебинар 9-го, мне этот как будто специально для того, чтобы я вам это рассказал. Что ну нельзя, ну не лезь ты, ты ничего не понимаешь-то. Хорошая женщина, умница. У нее наверняка есть высшее образование. Я не знаю там это, насколько она образована. Но им кажется, что вот такие простые... Если это просто, то зачем показывать? Каждый бы догадался. А что люди не могут догадаться, что как сгноить? Вот, пожалуйста, сейчас покажем. Ей неведомо, она из другого мира. Они вот только вот это покажут, а уже сгнившие не покажут. Почему? Вот. А потом еще покажу опять усадьбу. Видите, усадьба. Еще покажу похлеще пример.